Добрый вечер, уважаемые трейдеры, клиенты компании Markets. Прошу вас в общем чате поставить плюсик, если есть видео и звуковая трансляция, если вы меня хорошо видите и слышите. Замечательно. Всех рад приветствовать на очередном вебинаре, посвященном теме того, как заработать на самом, наверное, популярном рынке в 2017 году и не менее популярным в 2018 году на рынке криптовалют. Всех рад приветствовать, всех рад видеть этим вечером. Сегодня мы традиционно обсудим ту динамику, которая сложилась на рынке криптовалют за минувшую торговую неделю. Ну и, соответственно, постараемся наметить актуальные торговые идеи на уже следующую торговую неделю. Для многих, наверное, из вас она будет связана с праздниками, но так как рынок криптовалют свою работу прекращать не будет, несмотря на праздники, потому что они в основном касаются именно резидентов Российской Федерации, да, соответственно, нам с вами есть над чем подумать, и, соответственно, даже несмотря на то, что у нас будут длительные выходные, я думаю, то, что в целом мы можем с вами эти выходные провести с пользой, да, и заработать как раз на рынке криптовалют. Соответственно, традиционно также напоминаю о том, что в рамках компании Markets есть специальная группа в мессенджере Telegram, где регулярно ведется обсуждение актуальных торговых идей, то есть наши трейдеры, аналитики, профессионалы в области торговли, соответственно, предлагают ежедневно вам актуальные торговые идеи, точки входа как раз на рынке криптовалют. Ссылка на данный телеграм-канал есть в общем чате, поэтому обязательно присоединяйтесь и пользуйтесь той информацией, которую предлагают вам профессионалы компании Markets. Ну а мы с вами традиционно начинаем с вводной теоретической части, так как наши вебинары посещают как начинающие трейдеры, так и трейдеры с опытом. Для кого-то это будет лишним напоминанием, для кого-то это будет свежей информацией, которая, на мой взгляд, необходима для успешной торговли на рынке криптовалют. Так, давайте начинать. Соответственно, криптовалюты – это тот актив, который является полностью цифровым или виртуальным. Естественно, к нему нельзя прикоснуться и положить в обычный кошелек, так всем нам привычно. Вот, поэтому это очень важная особенность, да, которая отделяет криптовалюты от привычных нам с вами денежных средств. Это нужно понимать и помнить обязательно, потому что рынок новый, да, еще не всеми освоенный, но, соответственно, это не с горами, я думаю. Биткоин – это самая первая криптовалюта, которая появилась в 2008 году, является, так, скажем так, самой популярной криптовалютой на данный момент и обладает самой высокой капитализацией, ну и, естественно, наверное, на слуху у каждого. Новые биткоины появляются в качестве вознаграждения за обработку транзакций в сети, соответственно, и решение задач при помощи компьютера, да, то есть так называемые майнеры, которые занимаются добычей новых криптовалют, как раз зарабатывают тем, что проводят определенные транзакции, да, и за это получают вознаграждение новой криптовалюты. Количество биткоинов заранее известно ограничено, думаю, это не стоит объяснять. И в целом и так, я думаю, всем это известно и понятно. Биткоины хранятся на специальных кошельках в сети интернет. Да, некоторые из них представлены на слайде, можете с ними ознакомиться. Может быть, некоторые из них есть даже у вас. Также свои криптовалюты вы можете хранить на жестком диске компьютера, ну и также на мобильном устройстве. Почему биткоин или другие альткоины будут расти и дальше? Ну, соответственно, технология блокчейн, да, на которой основаны многие криптовалюты, это инновационная технология, естественно, которая набирает популярность по всему миру. Ну и, безусловно, это толкает, скажем так, курс криптовалюты вверх, потому что все больше и больше трейдеров об этом узнают. Естественно, появляется желание приобрести криптовалюту, от этого как раз и вытекает следующий фактор, это психология рынка, да, то есть всем тем, кто только узнает о криптовалютах, естественно, у каждого формируется желание, да, понимая то, что это инновационные технологии, то, что это будущее, естественно, хочется к этому присоединиться, поэтому
базовый актив, да, биткоин на там, различных площадках, он всегда в цене, и его курс ну, практически постоянно растет. Вот, за исключением там, некоторых промежутков времени. На данный момент большие деньги официально могут работать с криптовалютами. Реализуется это благодаря специальным производным контрактам, которые торгуются на нескольких американских площадках, довольно-таки известных, регулируемых. Вот. Поэтому официально да, многие хедж-фонды, банки, крупные инвестиционные компании могут работать с криптовалютой, что также добавляет ей определенную долю популярности. Ну и плюс ко всему, многие страны задумываются о регулировании рынка. Это, с одной стороны, дает негативную реакцию для многих инвесторов, но, с другой стороны, для нас с вами это огромный плюс, да, когда рынок уже будет полностью регулируем, когда, скажем так, установятся полные правила для торговли. Для нас это также станет с вами позитивным моментом. Ну и на последнем слайде вы видите те возможности, да, которые у вас есть для торговли криптовалютами. То есть вы можете работать либо на криптобиржах, либо через брокерские компании. Соответственно, на данный момент многие брокеры предоставляют своим клиентам возможность торговли на криптовалюте, в том числе и компания Amarkets. На данный момент вы можете работать с 5 торговыми инструментами в этой компании, и на этом слайде как раз есть сравнение и расписаны потенциальные отличия работы на криптобирже и работы через брокера. На криптобирже мы с вами знаем, да, так как они появились сравнительно недавно, ну, за исключением некоторых площадок, да, естественно, никакого регулирования там нет. Присутствие только в интернете, соответственно, по поводу пополнения и снятия тоже, я думаю, многие из вас сталкивались с определенными трудностями, да, в прохождении верификации и так далее. Вот. И функционал для торговли тоже не самый удобный. Вот. Что касаемо брокерских компаний, то здесь, на мой взгляд, есть ряд преимуществ. Ну, во-первых, это работа в разных направлениях. То есть вы можете торговать криптовалютой не только покупая ее, да, но и также зарабатывать на падении курса, что немаловажно, особенно в условиях текущего рынка. Если еще в 2017 году только, наверное, ленивый не покупал биткоин, то на данный момент, покупая биткоин, вы делаете не всегда правильный шаг. В определенный момент это может приносить свой доход, но не всегда. Опять же, динамика рынка в текущем году не всегда способствует именно инвестиционным решениям для покупки биткоина. Ну и плюс регулирование, также удобный функционал для торговли у брокера делают, собственно, саму торговлю более привлекательной, более удобной, продуктивной именно для вас. Вот. На этом предлагаю закончить. Соответственно, сейчас я сделаю демонстрацию экрана, чтобы перейти уже в торговую платформу. Пока есть время, задавайте свои вопросы в общем чате, если они появились у вас. Жду, соответственно, постараемся сейчас буквально в рамках 1-2 минут ответить на самые первые вопросы, которые появятся. Итак, я запустил демонстрацию экрана. Прошу вас в общем чате поставить также плюсики, либо единички, если есть демонстрация, если вы на данный момент видите экран моего торгового терминала компании Amarkets, чтобы мы могли уже перейти к технической части нашего вебинара, технический анализ рынка криптовалют. Отлично, демонстрация есть, вопросов, вижу, пока не появилось, тогда давайте перейдем к ситуации на рынке. Ну, во-первых, давайте несколько слов скажем про то, какие новости были в ходе минувшей торговой недели. Стоит отметить то, что практически все цифровые активы, да, в рамках прошлой недели показали уверенный рост. Это и биткоин, ну и, соответственно, другие альткоины. И, кстати, на прошлом вебинаре, да, который проходил в прошлый четверг, мы это отмечали. Вот, что немаловажно, поэтому наши торговые идеи отработались практически на 100%, что очень радует, добавляет нам позитива. Вот, я надеюсь, что многие из вас успели на этом тоже заработать.
Какие новости были? Соответственно, по опросам известного информационного агентства Thomson Reuters, очень многие компании с Уолл-стрит готовятся запустить в рамках своих структур торговлю криптовалютами. Было опрошено около 400 компаний, и практически каждая пятая компания подтвердила то, что она готова начать торговлю криптовалютой уже в ближайшие месяцы. Вот. Примерно половина собирается начать в рамках от 3 до 6 месяцев, остальные где-то от 6 до 12 месяцев. То есть в рамках текущего года уже, да, многие компании с Уолл-стрит, обладая серьезным капиталом, потому что Уолл-стрит – это финансовый центр мира, они, соответственно, присоединятся к торговле криптовалютами. Что, естественно, добавит в рынок ликвидности, очень будет здорово для особенно трейдеров на криптобиржах, да, то есть не будет проблем с исполнением торговых ордеров. У брокера этих проблем вообще не возникает, но все-таки ликвидности на рынке будет гораздо-гораздо больше, и это нам с вами также добавляет определенный плюс. Тем более, если появится интерес к криптовалютам со стороны многих институциональных инвесторов, да, то есть крупных хедж-фондов, соответственно, так как эти компании, да, не покупают криптовалюту вот на день или на два, да, они, скорее всего, если и будут покупать, то будут покупать на достаточно серьезный срок, что, опять же, может добавить позитива на рынок, ну и, естественно, биткоин может в моменте показать очень стремительный рост, тем более капитал в рынок будет вливаться достаточно серьезно. Вот. Также исполнительный директор биржи NASDAQ заявил о том, что в случае, если рынок станет полностью регулируем, то NASDAQ планирует запустить собственную криптобиржу. Вот. В своих комментариях она отметила то, что для этого, естественно, необходима серьезная регуляция, то есть чтобы все это было подконтрольно и правильно, тогда, естественно, NASDAQ не останется в стороне и может даже основать свою собственную криптобиржу. Тоже очень интересная новость. Соответственно, что еще важно отметить для тех, особенно кто интересуется торговлей производными контрактами, да? Мы с вами знаем то, что на данный момент производные контракты торгуются на бирже CBOE, а также на бирже CME, то есть это, соответственно, биржи, которые располагаются в Чикаго, и, соответственно, там идет торговля фьючерсами на биткоин, и на данный момент биржа CBOE планирует снизить шаг по фьючерсу на биткоин с 10 до 5. Вот. Стоимость одного пункта на данный момент на бирже CBOE, ну также, наверное, на CME по биткоину равняется $1. Вот. И снизив шаг во фьючерсах, это позволит инвесторам с меньшим капиталом работать на данной бирже, потому что, естественно, на фьючерсных контрактах нужны определенные суммы, и не у каждого эти суммы есть. Вот. Но на данный момент, снизив такой порог, они привлекут достаточно большое количество инвесторов, соответственно, что также увеличит ликвидность рынка, добавит ему динамичности, и для нас это с вами тоже очень хорошая новость. Плюс, также стоит отметить то, что крупнейший инвестиционный банк Goldman Sachs нанял себе в подразделение криптотрейдера. То есть, так как у многих клиентов данного банка есть интерес к криптовалюте, Goldman Sachs уже разрешил торговлю фьючерсами как раз своим клиентам на бирже CME, и, в принципе, они против в дальнейшем сами они поучаствуют именно в торговле на рынке криптовалют. Вот. Специально для этого как раз и был нанят специалист, который раньше работал в известных крупных инвестиционных компаниях. Вот. Поэтому вскоре к нам с вами присоединятся еще и крупные банки в Соединенных Штатах Америки, и не только, я считаю. Поэтому рынок в скором времени будет очень насыщенным, и для нас это также с вами является определенной добавляет, скажем так, определенный позитив. Чем больше денег на рынке, чем ликвиднее рынок, тем удобнее торговать, это как минимум, да, потому что все заявки будут исполняться очень оперативно,
можно будет следить за объемами, потому что если на рынок придет действительно крупный капитал, это будет заметно. То, что сейчас на рынке происходит, это еще не показатель, да, как бы торговли крупных игроков, хотя, естественно, у многих есть значительная доля биткоинов, и, соответственно, они их периодически то покупают, то продают. Вот. Но в любом случае, когда на рынок придут такие гиганты, как Goldman Sachs, это, естественно, не останется незамеченным и, естественно, добавит как позитива криптовалюте в целом, да, то есть на позитивных новостях инвесторы, как правило, готовы покупать криптовалюту. Вот, что мы видим как раз исходя из графика биткоина за минувшую неделю. Вот, поэтому, в принципе, позитив сейчас на рынке преобладает, и на фоне этого позитива как раз мы видим то, что курс биткоина с прошлой недели вырос до своего значения максимального в 9500 долларов за одну единицу. Такого мы не видели уже достаточно давно. Последние месяцы рынок стагнировал, и, в принципе, вся торговля велась в коридоре 6,5-8 тысяч долларов за одну единицу биткоина. Ну, наконец-таки мы прорвали этот коридор и достигли следующего сопротивления, которое было на отметке 9,5 тысяч долларов за одну единицу биткоина. Мы с вами об этом говорили, то есть на входе, точнее, прошлого вебинара мы как раз были очень близки к отметке 8,5, и идея была такая, что если мы эту отметку пробиваем, то следующим сопротивлением для нас будет уровень 9,5 тысяч. Соответственно, это произошло буквально на следующий день, соответственно, следовало, естественно, прибегнуть к той рекомендации, которую мы сформировали, и она успешно себя отработала, то есть биткоин достиг уровня 9,5 тысяч долларов за одну единицу. Правда, практически сразу наступил откат, то есть, видимо, многие трейдеры, которые, наверное, еще копили свои позиции от уровня 6,5 тысяч, решили зафиксировать прибыль, и, соответственно, биткоин откатил сейчас, и откатывает он, обратите внимание, к нашей трендовой линии, которую мы построили уже достаточно давно, и она является достаточно значимой до сих пор. То есть мы несколько раз с вами ей воспользовались, и пользовались мы ей достаточно удачно, открывая длинные позиции как раз на уровне 7700, да, когда вот мы с вами встречались на вебинаре, как раз биткоин торговался возле этой отметки, наши покупки идеально сработали. Потом после пробоя трендовой линии мы, естественно, открывали короткие позиции в расчете на добивку уровня 6,5 тысяч долларов за одну единицу. И вот теперь мы вновь получили пробой трендовой линии, только торгуемся мы уже выше данной линии, и, соответственно, это нам с вами добавляет определенного позитива. Почему? Потому что на данный момент после ретеста, полноценного ретеста данной трендовой линии, цена биткоина может продолжить свое восходящее движение. В принципе, уже первый восходящий импульс мы получили. Плюс ко всему, мы наконец-таки выбились за рамки скользящей средней 100, то есть что также добавляет нам уверенности в том, что цена на криптовалюту может в дальнейшем расти. Но свои покупки я рекомендую открывать после полноценного ретеста, то есть сегодня это делать, на мой взгляд, бессмысленно, потому что цена еще не полностью произвела ретест уровня 8,5 тысяч долларов за одну единицу. Этот уровень как раз является теперь для нас ключевой поддержкой для цены биткоина, от которого как раз можно будет пробовать открывать длинные позиции. Так вот, в ходе ближайших нескольких торговых сессий я ожидаю от биткоина полноценного ретеста уровня 8,5 тысяч долларов за одну единицу. Желательно, чтобы мы увидели что-то на примере вот такого, то есть ложный пробой с поглощением, чтобы сформировалось, скажем так, поглощение того движения, которое будет в рамках дня, и мы закрылись бычьей свечой над уровнем 8,5. Это и будет для нас с вами отличнейшим сигналом для того, чтобы купить биткоин и уже целиться не только в 9,5, а уже, наверное, даже рассматривать с вами будем уровень 10,5 тысяч.
долларов за одну единицу биткоина. То есть идея примерно следующая, да, когда мы с вами сделаем полноценный ретест с уходом ниже даже, нужно даже постараться увидеть цену ниже уровня 8,5, да, и желательно получить как раз поглощение этого с закрытием выше уровня 8,5. Тогда мы с вами будем покупать, и целью для покупок у нас с вами будет уровень уже 10 500 долларов за одну единицу. То есть примерно вот такой план мы будем рассматривать как основной в рамках будущей торговой недели. Вот. Работать уже можно полноценным объемом, потому что, в принципе, очень много оснований для того, чтобы дальше покупать биткоин. Те, у кого уже есть длинные позиции по данному инструменту, я надеюсь, что часть их вы уже зафиксировали на уровне 9 500 долларов, потому что на 100%, естественно, угадать мы не можем, что рынок пойдет именно к уровню 10,5. Но сейчас вероятность все-таки больше за то, что биткоин пойдет дальше вверх. Вот. Что станет отменой нашего сценария, что может произойти с ценой такого, что мы будем отменять вот, текущее мнение, да, которое мы сформировали. Это, естественно, пробой и закрепление за уровнем 8500, если мы пробьем и пару дней проторгуемся ниже данного уровня, то, скорее всего, мы пойдем дальше тестировать наши поддержки, которые находятся на уровне 7300 и 6500. Вот. Такой сценарий является на данный момент для нас альтернативным, но исключать мы его тоже не можем. Мы должны быть готовы ко всему, особенно в условиях текущего рынка, да, когда у нас нет таких затяжных трендов, которые были ранее. Вот. Готовиться нужно к любому сценарию, поэтому основным оставляем ретест и поход до уровня 10,5. Альтернативный сценарий – это пробой и закрепление уровня 8500. Дальше будем падать на 7300 и 6,5 долларов за одну единицу биткоина. Переходим к следующему инструменту. Следующий инструмент у нас эфир, вторая по капитализации криптовалюта. Здесь мы отмечали, что эфир будет расти гораздо быстрее, чем биткоин, что в принципе и получили. Если по биткоину у нас цена плавно двигалась к своей цели, то эфир рос более быстрыми темпами. И мы как раз отмечали возможность пробоя уровня в 500-550, ну примерно 560 мы отмечали уровень. Соответственно, цена его преодолела. Это как раз случилось после нашего вебинара на следующий день буквально. Сделала полноценный ретест, от которого можно было входить в покупки. Целью мы выставляли уровень 720, немного не дотянулись, сейчас видим откат. Но в целом, я думаю, то, что многие хотя бы по безубыточному стоп-лоссу вышли из рынка с хорошей прибылью. По крайней мере, у меня получилось именно так. Take Profit у меня стоял на уровне 720, немного не дотянули, часть позиций я закрыл вручную, часть позиций у меня вышла по рынку по безубыточному стоп-лоссу. То есть я, когда открывал позицию от уровня 560, естественно, поставил стоп-лосс за этим уровнем, и как только цена уже приближалась к уровню 720, я этот стоп-лосс перевел в зону без убытка, что позволило мне практически безболезненно выйти из каждой сделки. Что на данный момент мы можем с вами рассматривать? Ну, во-первых, мы должны отметить тот уровень, да, от которого эфир начал падать. Это уровень практически в 700 долларов за одну единицу, круглое число, что, в принципе, также давало основание к тому, чтобы зафиксировать часть своих покупок, да, потому что круглые числа на рынке криптовалют, да и не только, работают очень хорошо. Вот. На данный момент мы получили откат, сегодня мы также торгуемся в красной зоне, но обратите внимание, мы уже сели на скользящую среднюю с периодом 100, если раньше мы торговали строго под ней, что указывало на преобладание медведей на рынке, то на данный момент мы с успехом ее преодолели и сейчас совершаем полноценный ретест, соответственно, скользящий средний с периодом 100 на графике дневном.
Чего стоит ожидать от рынка эфира? Ну, я думаю, то, что поведение его будет также обусловлено динамикой биткоина. Если биткоин сделает ложный пробой уровня 8500, то эфир, скорее всего, сделает полноценный ретест уровня 560. Соответственно, может это произойти с ложным пробоем, и, соответственно, после этого, в случае, если биткоин отправится к уровню 10,5 тысяч долларов, то эфир будем ждать уже на отметке примерно в 790 долларов за одну единицу. То есть основным сценарием для нас сейчас может выступить следующая модель, когда эфир протестирует область 560, и, возможно, после ложного пробоя, закрепления обязательно выше этого уровня, мы дальше полетим вверх до уровня 790. Обращаю ваше внимание, то, что все торговые идеи мы оцениваем с позиции графика дневного, поэтому раньше времени в рынок лезть не стоит. Нужно обязательно дожидаться закрытия дневных свечек, да, потому что именно они нам с вами покажут всю полноту картины, которая происходит на рынке. А в течение дня может происходить все, что угодно. Кто-то может избавиться от своих позиций, кто-то может наоборот купить. Вот, поэтому в течение дня цена может абсолютно по-разному себя повести, но нам важно именно закрытие дневных свечей для того, чтобы определить дальнейшую динамику торговли. Поэтому по эфиру оставляем основным сценарием ретест уровня 560 и дальше будем двигаться до уровня 790 долларов за одну единицу данной криптовалюты. Что станет отменой текущего сценария? Это, естественно, пробой и закрепление ниже уровня 560. Тогда первой целью для нас будет уровень 480, от которого, кстати, мы и открывали длинные позиции по эфиру. Вот. Ну а следующей поддержкой будет уровень 350, то есть минимальные цены за текущий год. Поэтому также оставляем бычий сценарий и по эфиру, так же, как и по биткоину. Но обращаю ваше внимание, есть ряд определенных условий, которые я уже озвучил. И если они выполняются, тогда мы с вами, не задумываясь, входим в рынок и покупаем с расчетом дальнейшего роста данных криптовалют. Переходим к следующему инструменту. Следующий у нас эфир Classic. Здесь все сработало просто идеально. Отмечали мы уровень 18.30, который был с успехом протестирован. Давайте посмотрим. 19 числа мы уже начали двигаться к данному уровню. И еще в ходе прошлого, даже позапрошлого, получается, вебинара, у нас были открыты длинные позиции по данному инструменту после ретеста, после пробоя ретеста уровня 12,5. Соответственно, цели наши достигнуты. Сейчас эфир Classic застыл в консолидации, по крайней мере, в рамках текущего дня какой-то динамики мы не наблюдаем, то есть сегодня торговля не была без явного лидерства быков либо медведей, пока мы, скажем так, торгуемся в пограничной зоне, и на данный момент у нас с вами какой можем мы выделить сценарий. Ну, во-первых, давайте наметим промежуточный уровень, да, ретест которого мы можем с вами ожидать. Я предлагаю этот уровень установить на отметке примерно в 14,5 долларов за одну единицу. Промежуточный уровень, который мы видим неоднократно был протестирован в истории, который являлся неоднократной поддержкой для цены эфир Classic. Поэтому в случае, если у нас биткоин начнет снижаться и делать ложный пробой уровня 8,5, я думаю, эфир Classic будет как раз к этому моменту торговаться возле уровня 14,5 долларов за одну единицу, да, 14,5 долларов за одну единицу. И в случае закрепления выше этого уровня будем стараться открывать длинные позиции в расчете на то, что цена эфир Classic преодолеет уровень 18 долларов 30 центов за одну единицу. То есть у нас, мы видим то, что был ложный пробой, цена на следующий день откатилась и зашла обратно за уровень 18.30, поэтому
данное сопротивление устояло, плюс здесь мы еще и напоролись на скользящую среднюю с периодом 100, поэтому на данный момент, если вы планируете покупать эфир Classic, то это делать нужно, на мой взгляд, уменьшенным объемом, потому что все-таки пока здесь полноценного бычьего тренда мы еще не получили. То есть, если в случае с остальными инструментами мы уже, по крайней мере, торгуемся выше скользящей средней, то здесь мы еще за ее пределами и, к сожалению, пока торгуемся ниже данного инструмента, данного индикатора. Поэтому будем отталкиваться от идеи биткоина. Промежуточный уровень 14,5, можем даже 12,5 потрогать, но это уж совсем будет такой негативный сценарий. Но его исключать не стоит. То есть подход к уровню 14,5 либо 12,5 уместен, и от этих уровней в случае движения биткоина вверх мы будем стараться с вами искать длинные позиции в расчете на то, что мы преодолеем таки уровень 18,30, и тогда уже следующим сопротивлением для нас с вами станет отметка 29 долларов за одну единицу эфир классик. Переходим к следующему инструменту. Следующий на очереди у нас Zcash, который также успешно реализовал нашу идею на покупку. Соответственно, давайте посмотрим. Вот 19 число как раз мы пробили уровень в 212 долларов за одну единицу, после чего мы, соответственно, выявили, что лучше открывать длинные позиции в расчете на то, что цена сможет сделать тест уровня 280. Этот тест с успехом произошел. У многих наверняка сделки закрылись по take profit, потому что цена сделала ложный пробой. И, соответственно, сейчас мы начинаем падать. Куда нам падать? На данный момент я не исключаю такой возможности, что цена на криптовалюту Zcash может в очередной раз протестировать уровень 212 долларов за одну единицу. В принципе, падение, если посмотреть в рамках сегодняшнего дня по этому инструменту, одно из самых сильных, поэтому, в принципе, мы можем с вами как раз получить поддержку не раньше уровня 212. По крайней мере, я длинные позиции по этому инструменту буду открывать, наверное, только на этом уровне. Вот. Соответственно, какие цели мы можем выставить для наших покупок? Это уровень 320 долларов за одну единицу, ну и также 350 долларов за одну единицу. Это вот тот целевой диапазон, который может нам с вами служить в качестве цели для прибыли. Соответственно, также лучше всего увидеть ложный пробой уровня 212 долларов за одну единицу. Если он состоится, если цена закрепится выше данного уровня и не упадет ниже, тогда покупаем с целью в 350 долларов за одну единицу Zcash. На данный момент идея именно такая, она является для нас приоритетной. Продавать сейчас до уровня 212, на мой взгляд, не имеет смысла, потому что рынок на данный момент все-таки перешел в фазу роста. Против этой динамики работать не вижу смысла абсолютно никакого. Альтернативным сценарием для нас будет, если цена преодолеет все-таки уровень 212, тогда мы с вами обратно отправимся к минимальным ценам за год, то есть это отметка 142 доллара за одну единицу Zcash. Следующий инструмент — это Monero, и здесь мы получили, наверное, один из самых серьезных импульсов роста. Мы видим, как уверенно рынок шаг за шагом преодолевал различные уровни сопротивления. Мы говорили о том, что цена может увязнуть в этих уровнях, что в принципе и произошло. И обратите внимание, насколько точно эти уровни отрабатываются, да, как цена их тестирует, пробивает, тестирует и уходит к следующему уровню сопротивления. Вот. На данный момент мы видим, что цена сейчас торгуется ниже уровня 263 доллара за одну единицу, и не исключается тот вариант, что мы можем упасть до уровня 236 долларов за одну единицу Monero.
Соответственно, это для нас с вами станет очень хорошей поддержкой, потому что обратите внимание, то, что цены сейчас находятся выше скользящей средней с периодом 100, которая у нас практически на каждом графике есть. И на данный момент идея следующая. То есть мы в случае, опять же, движения нашего основного локомотива биткоина наверх, да, если все-таки биткоин будет стремиться к уровню 10,5 тысяч долларов за одну единицу, в таком случае Monero может сделать примерно следующее. То есть мы можем протестировать уровень как раз 236 долларов за одну единицу, который на данный момент является у нас с вами уровнем поддержки, сделать также ложный пробой этого уровня. И следующей целью мы можем для нашего инструмента, для Monero, выставить уровень, на данный момент это уровень получается 325 долларов за одну единицу. Это следующее сопротивление, которого мы еще не касались. Соответственно, вот тогда будем целиться именно в него. Как раз эта картина будет очень схожей с биткоином, с эфиром. Примерно такая же динамика, такую же динамику мы ожидаем от этих инструментов. По Monero самое главное не ошибиться в уровнях, то есть основной уровень, от которого мы будем открывать длинные позиции в случае его теста ложного пробоя и закрепления выше этого уровня, это уровень 236 долларов за одну единицу Monero. Поэтому основным сценарием оставляем именно данный. Что касаемо альтернативного сценария, если цена у нас пробьет уровень 224 доллара за одну единицу, мы видим тоже очень сильная поддержка, соответственно, и закрепится ниже этого уровня, тогда мы вновь будем торговаться под скользящей средней с периодом 100, и она уже для нас станет динамичным сопротивлением. Тогда мы продолжим падать до уровня 180, ну а следующее падение может в случае его усиления, оно может произойти до уровня 143. Вот. Основной сценарий все-таки покупки после завершения коррекции. Альтернативный сценарий пробой и закрепление ниже уровня 224 и падение до уровня 180 и 142 ровно. Следующая монета – это Litecoin. Здесь у нас также мы видим бычью историю. Да, за минувшую торговую неделю цены на Litecoin выросли. Правда, откат тоже очень сильный произошел. В принципе, мы с вами отмечали тот факт, что цена может, во-первых, протестировать уровень в 136 долларов за одну единицу и практически достигнуть уровня 156 долларов за одну единицу. В принципе, наша с вами идея реализовалась, но забрать с этого рынка не получилось должным образом на самом деле, потому что увязли в коррекции, плюс цена запуталась в скользящей средней, плюс мы отмечали то, что между этими уровнями цена может торговаться очень-очень долго. И на данный момент это мы с вами и наблюдаем. То есть цена консолидировалась, пока явно в ярко выраженной динамике мы не видим. Давайте попробуем выделить какие-то торговые идеи. Ну, во-первых, стоит отметить уровень 120 долларов за одну единицу лайткоина, который на данный момент является уровнем поддержки для цены. И в данном случае мы можем вот такой сценарий с вами рассмотреть. То есть, когда цена протестирует этот уровень, возможно, сделает ложный пробой, возможно, нет. На 100% сказать сейчас сложно. Вот. Но от этого уровня в случае, опять же, позитивной динамики на основном рынке биткоина мы с вами будем покупать Litecoin, и цель в данном случае у нас уже будет 180 долларов за одну единицу Litecoin. То есть примерно такой сценарий стоит ожидать. Это все укладывается в рамки того диапазона, который сформировался в текущем году, поэтому такой сценарий очень вероятен. И в данном случае профит будет очень значительный, то есть практически 60 долларов на этом рынке, это значимая цифра. Вот, поэтому в случае движения биткоина по основному сценарию, да, который мы наметили, Litecoin также стоит включить в свой портфель. И хорошие покупки, на мой взгляд, как раз могут получиться от уровня 120.
Отменой данного сценария будет как раз пробой и закрепление ниже данного уровня. Тогда мы вновь пойдем тестировать минимум года 93. Ну а дальше на пути останется только уровень 65. Вот. Но альтернативный сценарий также мы не исключаем. То есть эта возможность, она на рынке присутствует, потому что на рынке может произойти абсолютно все, что угодно. Но основной сценарий для нас все-таки остается покупки от уровня 120 долларов за одну единицу лайткоина с целью 180 долларов за одну единицу лайткоина. Следующий инструмент — это Dogecoin. Здесь мы опять же с вами выделяли сценарий того, что цена может дойти до уровня сопротивления 510 долларов за одну единицу. Уровни еще с прошлого вебинара у меня здесь сохранились, ничего я не убирал. И посмотрите, насколько филигранно точно мы тестируем уровни, которые отмечаем в ходе наших вебинаров. Соответственно, уровень 510 долларов за одну единицу, сейчас это уровень сопротивления для Dogecoin. И в данном случае мы можем с вами констатировать факт того, что пока цена еще не сформировала полноценный восходящий тренд на данном рынке. Но, тем не менее, мы видим то, что этот актив следует за динамикой основного актива, то бишь биткоина. Вот. Поэтому давайте мы с вами наметим промежуточный уровень, от которого будем целиться в покупке. А этим уровнем может стать отметка в 410, наверное, долларов все-таки за одну единицу Dogecoin, потому что круглое число, ну практически круглое число, может как раз пощупать на прочность уровень в 400 долларов за одну единицу. Вот. И от этого уровня мы будем стараться открывать покупки с целью уже до уровня примерно в 610 долларов за одну единицу Dogecoin. Но обратите внимание, так как актив Dogecoin, так же как и Litecoin и Zcash, да, вот мы как раз третьих активов уже, два актива уже разобрали, сейчас третий, они на данный момент торгуются под скользящей средней с периодом 100. То есть это еще не указывает на то, что тренд поменялся, да, или, ну, скажем так, мы перешли в область какой-то сильной консолидации или там размашистого рынка. Вот, поэтому по этим трем инструментам, то есть Zcash, Litecoin и Dogecoin, свои покупки я рекомендую открывать все-таки уменьшенным объемом. Как только мы уже преодолеем скользящую среднюю с периодом 100 и закрепимся выше данной скользящей, которая в дальнейшем будет являться для нас динамичным уровнем поддержки, тогда уже можем наращивать объемы. Сейчас это делать рано, сейчас наши идеи направлены только на то, чтобы купить Dogecoin, соответственно, вместе с биткоином. То есть в случае повторения динамики мы также покупаем в свой портфель Dogecoin. Вот два уровня, которые я выделил, это уровень 410, это уровень 361. Кстати, обратите внимание на этот уровень, тоже достаточно сильный. И, кстати, после пробоя которого мы открывали длинные позиции по Dogecoin. Поэтому либо уровень 410, а лучше всего 400, ну вот как раз круглое число, этот уровень может для вас стать очень хорошей поддержкой для того, чтобы купить. Либо уровень 360 долларов за одну единицу Dogecoin может стать очень хорошей поддержкой и, соответственно, открыть вам возможность выгодно купить данный актив. Ну, в принципе, с учетом того, насколько сильная коррекция у нас сейчас по рынку проходит, мы можем задеть и тот, и другой уровень, поэтому можно даже попробовать поставить лимитный ордер на уровне 360 в расчете на то, что цена ложным пробоем его зацепит, и дальше цены устремятся вверх. Еще раз напомню, основной уровень фиксации прибыли для нас сейчас будет уровень 610 долларов за одну единицу, даже можно округлить 600, ну а следующий уровень уже будет 715. То есть это те цели, которые мы можем рассмотреть для рынка Dogecoin. То есть ситуация примерно следующая. Показываю еще раз наглядно на графике. Либо здесь мы уже будем фиксировать позиции свои
по рынку. Переходим на следующий инструмент. Следующий на очереди у нас Ripple, который все-таки попытался пробить уровень 81 цент за одну единицу. С успехом это сделал, даже поторговался выше, но, соответственно, общая коррекция с рынком его также свалила с ног, и теперь мы вновь находимся в такой пограничной зоне, то есть пока мы вроде бы в рамках текущего дня находимся ниже этой отметки, ну, если мы точный уровень поставим, 80, давайте прям пропишем в значении. Соответственно, сейчас мы вновь уже уходим выше данного уровня и, в принципе, пока торгуемся еще в рамках восходящей тенденции. Обратите внимание, что цена также уже торгуется над скользящей средней с периодом 100, что может свидетельствовать о том, то, что у нас на рынке поменялась динамика, поменялось направление тренда, либо нас сейчас ожидает восходящий тренд, либо мы уйдем в продолжительную консолидацию, она может быть довольно-таки размашистой. И на данный момент от этого уровня я бы все-таки не рекомендовал вам покупать по одной простой причине, потому что коррекция по основному рынку, то есть по биткоину и эфиру, она может усложниться, она может продолжиться, соответственно, Ripple это, наверное, не обойдет стороной. Даже несмотря на то, что мы сейчас вроде бы пробили и делаем тест уровня поддержки в 80 центов за одну единицу, все равно пока основательным он не выглядит, я бы лучше подождал ложный пробой. Можно будет рассмотреть уровень, например, в... Сейчас давайте посмотрим. 67 центов за одну единицу. Мы видим то, что вокруг этого уровня тоже были достаточно длительные проторговки. И в случае, опять же, реализации сценария основного по биткоину, по Ripple мы можем получить примерно вот такую картину. То есть мы сможем протестировать уровень в 67 центов за одну единицу, затем, соответственно, пробить полноценно уровень 80 центов и после этого устремиться к уровню в 1 доллар и 16 центов за одну единицу монеты Ripple. Вот, соответственно, напомню, что это третья по капитализации криптовалюта, и, в принципе, потенциал роста у нее так же, как и у других, достаточно значительный. Вот, поэтому основным сценарием оставляем именно это в случае, если мы пробьем уровень 67, закрепимся ниже этого уровня, тогда будем уже думать об открытии коротких позиций. Первый уровень целевой для нас будет 55 центов. Следующий за ним это уже уровень, получается, 40 центов за одну единицу, то есть минимальные значения текущего года. Но этот сценарий все равно оставляем как альтернативный, рассматриваем основной, это покупки от уровня 67 с целью 1 доллар 16 центов за одну единицу Ripple. Ну и один, наверное, из самых перспективных инструментов, особенно в плане того, что на прошлой неделе он принес очень значимый доход. Да, мы как раз видели, что цена пробивает, вот как раз мы подходили в рамках прошлого вебинара, подходили к уровню 930 долларов за одну единицу. И, соответственно, основная рекомендация наша заключалась в том, что мы пробиваем этот уровень, да, соответственно, и после пробития этого уровня мы начинаем покупать, и цель у нас будет 1500 долларов за одну единицу. Мы видим то, что движение продлилось ровно до этого уровня, то есть наша торговая идея, которая была сформирована еще в ходе прошлого вебинара, с успехом себя отработала. Плюс цена сейчас находится выше скользящей средней. Кто не успел зайти после пробоя уровня 930, те наверняка покупали как раз от скользящей средней с периодом 100, то есть примерно по 1000 долларов за одну единицу Bitcoin Cash. Соответственно, в данном случае Bitcoin Cash протестировал уровень в 1500 долларов за одну единицу и вместе со всеми отправился в коррекцию.
Что, в принципе, было вполне ожидаемо. Никаких сюрпризов здесь я не увидел. Всю свою позицию я зафиксировал на уровне 1500. Ничего не оставил в рынке сейчас и ожидаю полноценной коррекции, так же, как и по остальным инструментам. Давайте теперь попробуем определить, куда же, в какую область может у нас направиться коррекция. Для этого предлагаю перейти на более мелкий диапазон и поработать с линиями Fibonacci. Вот. Мы видим то, что сейчас мы еще даже не достигли основных уровней коррекции по данному инструменту и находимся возле уровня 23,6. Вот. Соответственно, куда может пойти коррекция? Коррекция может усложниться и цена на Bitcoin Cash может достигнуть уровня в 1000 долларов, там примерно 1050 долларов за одну единицу, и уже после этого начать формировать новый восходящий тренд. Вот, поэтому я бы в данном случае ожидал как раз тест уровня примерно в 1000 долларов, особенно это круглое число. Я думаю, как раз от этого уровня стоит покупать. И дальнейшей целью для Bitcoin Cash будет уже уровень давайте посмотрим. Уровень 1750 даже долларов за одну единицу. Вот, то есть сценарий примерно такой мы с вами оставляем. Это снижение до уровня в 1000 и дальнейший поход до уровня 1700 долларов за одну единицу Bitcoin Cash. Вот. Опять же, с учетом того, насколько агрессивной сейчас началась коррекция, не исключается тест уровня 930. Это было бы, наверное, самой выгодной покупкой данного инструмента. Реализация этого сценария тоже исключать не стоит, что мы вот усложним коррекцию примерно до этого уровня, до уровня 930. Но, тем не менее, 1000 долларов – это уже первый уровень, при касании которого стоит задуматься об открытии длинных позиций на рынке Bitcoin Cash. Вот. 930 будет, естественно, очень выгодной ценой. Было бы здорово, конечно, забрать в свой портфель Bitcoin Cash именно по этим ценам, но рекомендую присматриваться к покупкам именно от цены в 1000 долларов за одну единицу Bitcoin Cash. И цель в данном случае 1750. Долларов за одну единицу. Альтернативный сценарий для нас будет это пробой уровня 930, опять же закрепление ниже, и тогда идем тестировать минимальные цены за год, которые располагаются на уровне 590 долларов за одну единицу Bitcoin Cash. Это альтернативный сценарий, не думаю, что он реализуется в рамках ближайшей торговой недели, опять же, с учетом того, что с фундаментальной точки зрения у нас на рынке практически один сплошной позитив, каких-то серьезных негативных новостей за минувшую торговую неделю мы не получили, я не думаю, что они возникнут в рамках следующей торговой недели, поэтому, опять же, в случае реализации сценария по биткоину, я думаю, Bitcoin Cash как раз реализует тот сценарий, который вы сейчас видите на своих экранах. То есть это покупки от уровня в 1000, как раз здесь у нас располагается скользящая средняя с периодом 100, 50 уровень коррекции по линиям Fibonacci, ну и, соответственно, от этого уровня уже можно начинать покупать. Наращивать покупки можно будет как раз от уровня 930, то есть сделать небольшое усреднение и ждать того момента, пока цена в очередной раз приблизится к уровню в 1500 долларов, ну и, соответственно, вести позицию уже будем с вами до уровня в 1750 долларов за одну единицу Bitcoin Cash. Итак, на этом, в принципе, техническая часть подошла к концу. Сейчас я остановлю демонстрацию экрана. Итак, давайте теперь разберем те вопросы, которые у вас появились в ходе текущего вебинара. Также напоминаю то, что вам в чате выложены ссылки на нашу группу в мессенджере Telegram по торговым идеям как раз на рынке криптовалют, которые вы можете с успехом использовать, и процент реализации их очень высокий.
Вот. Более 80% торговых идей реализуются положительно, поэтому обратите внимание, обязательно присоединяйтесь к нашим торговым идеям, к нашим трейдерам, которые уже есть в этом крипточате и, соответственно, криптогруппе. Итак, давайте посмотрим, какие вопросы. Так, вопросов у нас появилось достаточно много. Что касаемо биткоина и вывода биткоина, тут, в принципе, все достаточно просто. В рамках компании Markets вы, имея, опять же, собственную криптовалюту на кошельке, можете пополнить торговый счет, специальный торговый счет крипто, своими биткоинами собственными, да, и, соответственно, валюты счета у вас будет милибиткоин, и вы можете начать торговлю как раз на рынке криптовалют в рамках компании Markets вот именно таким способом. Плюс вы можете торговать не только на криптовалюте, но и на валютных парах. Это тоже вам как дополнение, как диверсификация своего портфеля. Вот, соответственно, вывод будет также производиться на ваш биткоин-кошелек. Итак, по поводу сообщений. По поводу биткоина, 10,5 уже ждем от него. В случае, если реализуется наш сценарий, то есть следующий уровень сопротивления будет примерно 10,5 долларов за одну единицу биткоина. Ну, в принципе, на, наверное, весь депозит я бы не стал покупать сейчас только биткоин, да, потому что все-таки нужно придерживаться правила диверсификации, вот, и, соответственно, раскладывать свой капитал на несколько корзин, что позволит вам в случае каких-либо рисков, да, на том или ином рынке избежать вероятности потери полного капитала. Поэтому я рекомендую всегда покупать не только биткоин, но и другие альткоины, потому что, вот, допустим, биткоин кэш, он вырос тоже очень значительно и тоже мог бы принести вам хорошую прибыль. По поводу записи вебинара, да, они выкладываются на нашем канале в YouTube. До какого уровня биткоин, ну, опять же, 10,5, дальше уже будем смотреть, потому что я не ожидаю в рамках текущего года того сценария, который был реализован в рамках 2017 года, да, то есть такого бурного роста. Скорее всего, он будет сопровождаться значительными откатами, да, на которых мы с вами будем вновь и вновь биткоин покупать. Вот. На данный момент пока все-таки лучше работать умеренным объемом, сильно риски не завышать, что в принципе позволит вам уверенно себя чувствовать на рынке каждый раз. По поводу криптовалюты, ну, смотрите, биткоин, давайте попробуем сейчас еще раз все идеи повторить, то есть биткоин покупать стоит от уровня 8500, желательно увидеть ложный пробой, цель 10,5. По эфиру у нас уровень, от которого интересны покупки, это уровень 560, цель получается 790 долларов за одну единицу. Эфир классик, уровень 14,5 для привлекательный для покупок. В случае пробоя уровня 18.30 держим покупки до уровня 29. Zcash покупаем не раньше уровня 214 долларов за одну единицу. По Monero здесь покупать мы можем по 234, либо 224 доллара за одну единицу, и целью в данном случае будет уже 320 долларов за одну единицу. Litecoin покупки интересны от уровня 120 до уровня 180, и альтернативный сценарий пробитие 120, уход обратно к 93. Dashcoin покупаем либо от уровня 400, либо 360, цель 717 долларов за одну единицу. Ripple мы будем покупать не раньше уровня 67 центов за одну единицу, цель 1.16.
Ну и биткоин кэш – это покупки от уровня 1000 либо 930 с целью $1750 за одну единицу. Примерно вот такой сценарий, и ставим его как основной. Альтернативные сценарии мы тоже озвучили, поэтому не стоит их забывать. Их тоже стоит придерживаться в определенных случаях. Вот, поэтому, пожалуйста, не забывайте об этом. Видео выкладывается на нашем канале в YouTube, канал Markets. Подписывайтесь обязательно и, соответственно, следите за новыми выпусками наших вебинаров еженедельных. Вот. На этом предлагаю закончить наше сегодняшнее мероприятие. Всем желаю успехов в торговле на рынке криптовалют, да и не только, если вы работаете еще и с другими рынками. Вот. Напоминаю про наш телеграм-канал. Также вы можете получить бесплатную книгу, зарегистрировавшись и став клиентом компании Markets. Для этого необходимо будет обратиться к своему персональному менеджеру. Книга по криптовалюте, там и фундаментальный, и технический анализ. То есть все то, что позволит вам сделать торговлю более продуктивной, как раз в этой книге содержится. Поэтому обязательно ее получите, материал очень полезный и интересный будет для вас. Ну и наши, соответственно, вебинары будут также повторяться. На следующей неделе вебинара, скорее всего, не будет. Сразу хочу это анонсировать. Вероятность того, что он будет очень низкая, и, скорее всего, рассчитывать на это не придется. Поэтому в следующий раз мы с вами встретимся уже, давайте посмотрим. Мы с вами уже встретимся в мае 10 числа, вот, поэтому готовьтесь именно к этому. У нас будет такая затяжная пауза. Надеюсь, в это время как раз все наши основные идеи на рынке будут реализованы. Вот, и мы с вами с приятным настроением, свежие, отдохнувшие, встретимся как раз на очередном вебинаре, посвященном рынку криптовалют. Всех резидентов России, клиентов из России поздравляю с наступающими праздниками. Всем желаю хорошего вечера еще раз, успехов в торговле, всего доброго и до свидания.